Ну что, ребята, я у своего домика, у таунхауса. Очень удобно здесь прибирать машинку. То есть, если завтра все состоится, то завтра будет съемка для телевидения. Сейчас я покажу, как я там машину намыла. Дарий сидел меня тут, ждал меня пес мой. Вот он. Он уже устал ждать. Пытается убежать. Дарий, сидеть. Хорошо, место ждать. Это вот сопровождающая морда, которая со мной ездила. Это моя машина, которую я вымыла. Потоки воды у нас тут от нее. Вот, которую я очистила. Ну, в принципе, даже если не будет съемки, я хотя бы очистила машину. Потому что из путешествия всегда обычно возвращаешься в таком виде. Путешествие это хорошо, но на состояние транспорта это влияет. Сейчас мы с Собиком пойдем гульнем, погуляем в леса. Надеюсь, машинка за это время высохнет. Я ее, правда, плоховато отмыла. Смотрю, где-то на дверце грязь. Ну, что делать? Как сказали телевизионщики, будем считать, что мы прямо только что из путешествия вернулись. И сразу же на съемку. Сейчас я еще покажу мою собаку, терпеливо ожидающую меня на фоне автомобильчика. Вот такой у меня красавчик. Вот такая вот картинка в целом. Вот это наша подготовка к выступлению массовому. Шучу, какое массовое. Ай, ты собука, собука. Как это его тут? Это я пытаюсь сфоткать пса, чтобы он красиво смотрелся. Ну-ка, если еще ниже. Ай, а он отвернулся, да? Молодец. Хороший мальчик. Ну все, пожелайте мне удачи завтра. Пока-пока.